Дорогие друзья, сейчас я очень хочу вам рассказать про Новый год, про его персонажи, историю Нового года и вообще что откуда произошло исторически, и кто что, разные события и персонажи означают. Это очень важно, я считаю. Я просто два слова скажу, что несколько лет назад, где-то лет 5-6 назад, Бог сказал мне глубоко исследовать тему Рождества и тему Нового года. И потом написать книгу. И я это сделала. И я написала две книги. Одна называется «Очищение 1», вторая называется «Очищение 2». И в этих книгах глубокое исследование того, что такое елка, и глубокое исследование, что означает Рождество, так называемое Рождество Христово, его корни и исторические вещи. И что это несет в христианство, на самом деле. И то же самое касается Нового года. Вот. И мы уже с ребятами в прошлый раз прошли историю Рождества очень подробно, очень подробно. А сегодня я буду рассказывать о Новом годе. И это очень... Для тех, кто не знает, я думаю, что просто ваши глаза откроются. Просто вот я так считаю, что вы многое узнаете, многое поймете и, возможно, переосмыслите. Итак, фактически это, вот у меня есть глава в книге, называется «Рождество, истина или великий обман». И это вторая часть этой главы, вторая часть. Мы первую уже прошли про Рождество, сейчас это будет о Новом годе. Я буду просто читать и показывать некоторые иллюстрации. А уже применять это в вашей жизни или не применять, это ваше личное решение. Итак, Дед Мороз и елочка, откуда и зачем? Много-много лет назад, а точнее 3-4 тысячелетия до Рождества Христова, до нашей эры, появился праздник Новый год. Появился он в древнем Вавилоне. Это был самый любимый и самый ожидаемый праздник. Отмечался он весной 23 марта, когда все расцветает, и был связан с праздником плодородия. А праздник плодородия всегда был связан с сексом и зачатием. Итак, праздновался Новый год очень бурно. Приносились жертвы богам плодородия, затем все сообщество объедалось, обпивалось и участвовало в праздничных сексуальных оргиях, в результате чего бог плодородия отвечал, и через 9 месяцев народонаселение империи изрядно приумножалось. Эта традиция со временем распространилась по всему лицу земли. Вы спросите у меня, а когда же Новый год стал отмечаться 1 января? 1 января. Отвечаю на этот вопрос. Есть две версии. Версия номер один. Это произошло за 200 лет до Рождества Христова, до новой эры. Риму нужно было избрать консула для похода на Македонию, который бы руководил легионами. По римским законам Сенат избирал консула только в канун Нового года. А в то время Новый год отмечали 1 марта. Дело было зимой, и ждать до марта было никак нельзя. Поэтому Сенат принял единственно правильное решение и перенес дату Нового года на 1 января. Это дало возможность избрать консула, который, кстати, успешно провел военную кампанию и вернулся из Македонии с победой. Версия номер два. Гай Юлий Цезарь, ну это был римский император, в 46 году до Рождества Христова ввел новый, так называемый, юлианский календарь, по которому 1 января 45 года до Рождества Христова стало первым днем Нового года. До этого первым месяцем года всегда был март. Юлий Цезарь назвал первым месяцем январь
в честь бога Януса. Этот языческий бог изображался с двумя головами, смотрящими в разные стороны. То есть это как бы один человек, голова одна, но у него два лица. И эти лица в эту сторону, в эту. Один был молодой, другой старый. Одна голова молодого юноши смотрела вперед, другая бородатого старца смотрела назад, в прошлое. Этот бог назывался Двуликий Янус. Он был богом времени, дверей, ворот и всякого начинания. В Риме это был самый почитаемый бог в то время. Считалось, что он открывает небесные врата и выпускает солнце на небосвод. Он изображался с ключом в руках, а на пальцах его рук были начертаны цифры. 300 на пальцах правой руки и 65 на пальцах левой руки, что вместе составляло количество дней в году – 365. Когда римляне возносили молитвы своим богам, первый, кого они призывали, был Двуликий Янус. На римском форуме был построен храм Януса с двумя огромными дубовыми воротами, украшенными золотом и слоновой костью. Одни ворота располагались в начале храма, другие в конце, напротив первых. В центре храма стояла большая статуя Януса. Когда Рим начинал военную кампанию, император или консул открывали большим ключом ворота храма, и все войска в полном вооружении проходили через храм, отдавая почести Янусу, принимая его покровительство, и выходили через противоположные ворота. Пока шла война, ворота храма были открыты. Когда войска возвращались с победой, они проходили через храм, и ворота запирались на ключ. Есть сведения о том, что Януса называли солнечным божеством, а сам Цицерон назвал его богом входа и выхода. Также его называли богом богов и добрым создателем. В жертву Янусу приносили вино, фрукты, яблочный пирог, а в начале года – белого быка. Теперь поговорим о Деде Морозе, столь любимом персонаже каждого Нового года. Откуда взялся Дед Мороз? Откуда он взялся, этот персонаж? И что на самом деле означает его появление в вашей жизни? Во-первых, Дед Мороз – это магический персонаж. За ним стоит злой дух. Если говорить еще более откровенно, за ним стоит сам сатана. Почему? Судите сами. Долгое время сатана дурил Божьих людей, народ Христов, представляя Деда Мороза добрым дядечкой, раздающим подарки, ну или дедушкой. Но добр ли Дедушка Мороз? Вот его истинная история. Считалось, что на Руси зимой выходит из своего жилища свирепый и очень жестокий бог по имени Мороз. От него зависят морозы, снегопады, бураны и метели. Когда он лютовал, то замораживал целые деревни. Он ходил с мешком за спиной. И тот дом, в который он приходил, платил ему дань. Там умирал человек. Люди очень боялись это языческое божество и пытались его задабривать. А задабривали в те времена только одним способом – принесением жертв, ну, человеческих, естественно. Считалось, что в елке живет дух этого самого злобного мороза. В елке живет этот дух. Люди шли в лес, выбирали самое старое и могущественное еловое дерево, привязывали к нему раздетую девственницу и оставляли на всю ночь. Утром, придя на это место, они находили девушку замерзшей. Это означало, что жертва принята. Вот откуда появился образ Снегурочки. Мы никогда не задавали себе вопрос, почему у Снегурочки одежда всегда синего цвета.
Тут мы ставим многоточие. Второй вид жертвоприношения морозу, дабы он сильно не морозил в этом году, выглядел так. В еловом лесу возле большой ели приносили в жертву рабов или преступников и животных. Их головы и внутренности развешивали на ветвях ели, а кровью жертв обмазывали ствол. Вот такой себе миленький Дед Мороз. Но это еще не все. Идем вглубь. Мы будем изучать и других персонажей, откуда взял свои черты Дед Мороз. В древности Старый год изображался как старец с длинной бородой, Сатурн. А Новый год как ребенок, жертва. Зима принадлежала Сатурну, самому жестокому и бесчеловечному языческому божеству, который требовал жертву детей. По легенде, он съел своих детей и после этого стал пожирать малышей. Есть множество картин и скульптур, где изображен Сатурн, держащий в руках маленького живого ребенка, в которого он впивается зубами и рвет его плоть. Я вам сейчас покажу, вот если вам видно, вот он на этой картинке. И вот здесь он тоже Сатурн. Видите, у него ребенок маленький и коса, означающая смерть. Не знаю, видно вам, не видно. Махните там, если видно. Ничего не видно. А если так, вот так видно? Вот так видно. А, из-за фона. Сейчас я уберу фон. Я прошу прощения, если у меня получится. Нужно получиться. Сейчас я все уберу. Извините, пожалуйста. Так, звук видео. Давай, давай, давай. Сейчас все исправим. Так, вот так. Все. Теперь будет бедлам у меня показан. Так, вот сейчас видно вот это? Видно, да? И вот, видно, да? Видно оба рисунка этого. Окей. Это Сатурн. Его день рождения, знаете, когда? 25 декабря. Это одно из имен сатаны. Сатурн. Читаем дальше. Все это символизирует приход Нового года. Сатурн изображался всегда с косой и часами в окружении маленьких детей, ну прямо как наш Дед Мороз. Коса – символ смерти. Сатурна называли также мрачный жнец, и что он приходил собирать урожай, и это он приходил собирать урожай душ. Чувствуете схожесть с морозом? И тот, и другой приходили зимой, в конце года. И тот, и другой требовали в жертву человеческие жизни. Отличались безжалостностью и невероятной жестокостью. И за обоими этими персонажами стоит сатана собственной персоной. А то, что он сегодня перекрасился в доброго Дедушку Мороза, уже никого не удивляет. Сатана – мастер подделок. Его цель – проникнуть в ваш дом или в ваше сердце под любой личиной, лишь бы вы поверили в его обман. Каждый раз, когда мы доверчиво соприкасаемся с Дедом Морозом, общаемся с ним, позволяем нашим детям принимать его подарки, мы получаем новую дозу проклятия, открывая свою жизнь для сатаны. Библия нас учит. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них,
и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Выйдите из среды их. Каждый раз, когда вы в своей жизни соприкасались с Дедом Морозом, в вашу жизнь приходило проклятие. С каждым Новым годом проклятия умножались в вашей жизни. Сейчас их накопилось столько, что вы представить себе не можете. Это проклятие переходит на детей, на внуков и на правнуков, то есть до четвертого поколения. Чем это опасно? Отвечаю. Ранними смертями, неизлечимыми болезнями, разрушением браков, несчастной личной жизнью, недостатком во многих сферах жизни, проблемами с детьми и у детей и так далее, и тому подобное и прочее. Вам это надо? Мне нет. Первое, что я сделала, когда узнала эту шокирующую информацию и поняла, сколько проклятия впустила в свою жизнь, я покаялась. Попросила у Бога прощения за то, что верила в Деда Мороза, ждала его каждый год, поклонялась ему как Богу, будучи ребенком. Каялась в том, что любила наряжать елку, обожала ее запах и радовалась ее присутствию в своем доме. Даже будучи уже взрослым, верующим человеком, даже служителем Божьим. Знаете, никогда не стыдно каяться, если ты понимаешь, в какой капкан тебя дьявол затянул своей ложью. Лично для меня важно выйти на свободу, и чтобы все проклятия были разрушены в моей жизни. А для вас это важно? Санта-Клаус. Откуда он взялся и кто он такой? Санта-Клаус – главный персонаж современного Рождества. Но появился он не в 20 веке, а значительно раньше. Древние скандинавы поклонялись богу Одину. У него была длинная белая борода, в руке копье или посох. Он был богом смерти, магии, сказок, плодородия и богом опьяняющего напитка. У него был белый конь с 8 ногами, откуда пошли потом 8 северных оленей Санты. Скандинавский бог Один был весьма свирепым богом, и ему приносились человеческие жертвы. Вот он, добренький Санта-Клаус, если вам видно вверху. А вот это Один, о котором я читала вам, очень жестокий бог, понятно, да? Вот от него Санта пошел. У Санта лошадь с 8 ногами, это отсюда, вот от Одина пошло. Читаем дальше. Также прообразом Санты был Сатурн, о котором я писала выше, и который всегда изображался в сопровождении детей. То есть это всегда старец должен быть, старец. Давайте вспомним, чем занимается Санта-Клаус. Он забирается на крышу дома и через дымоход проникает в дом, прямо через горящий камин. Но что говорит Библия по этому поводу? Послание Иоанна, 10, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. Это слова Иисуса, между прочим. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Это слова Иисуса. Какие первые слова мы слышим от Санты при его появлении? Хо-хо-хо. А знаете ли вы, что в Средневековье во всех театрах Европы шли спектакли, в которых дьявол был одним из действующих лиц? А знаете, какую фразу он говорил при первом своем появлении? Хо-хо-хо.
хо-хо. Кстати, нумерологи, используя науку о числах, выяснили, что фраза хо-хо-хо равняется числу 666. Но это если на английском хо-хо-хо. Еще несколько шокирующих фактов о Рождестве. Мы знаем, что 25 декабря, день, в который отмечают Рождество Христово, является в календаре 359-м по счету. Еще раз, чтобы вы поняли, о чем я говорю. По календарю 25 декабря 359-й день. Поняли, да? А теперь внимание. На иврите каждая буква имеет свое числовое значение. Слово «сатана» – «сатан» на иврите. В сумме равняется число 359. 25 декабря – это 359 день в году по счету. А мы знаем, что 25 декабря – это день рождения Ваала, бога Ваала, ну, бога в кавычках, Митры – день рождения, Сатурна – день рождения, Атиса, Дионисия и так далее, и так далее. Это все имена сатаны. И день рождения их празднуют, этих так называемых богов, Солнца, 25 декабря. Так вот, 25 декабря – это 359-й день календаря. А если взять числовое значение слова «сатана» с иврита, получается тоже 359. Но это еще не все. Слово «сатана» впервые упоминается в Библии в 359 главе от ее начала. Это 21 глава первой книги «Паралипоменон», 1 стих. И говорится здесь следующее. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». А в другом переводе сказано: «Сатана напал на Израиль и стал подстрекать Давида устроить в Израиле перепись». Это современный русский перевод. Это более точный перевод этого места Писания. Итак, что же мы видим? Санта произносит те же слова, что и дьявол. Ведет себя так же, как он. Врывается в дома без спроса. Появляется на Рождество 25 декабря, в день рождения богов Ваала, Сатурна и Одина. Ну, еще Митры там и так далее. Самых кровожадных и жестоких богов, требующих человеческих жертвоприношений, за которыми стоит сам дьявол. Но и это еще не все. У Санты есть темный помощник, которого зовут Крампус. Он выглядит в точности как черт или сам дьявол. У него длинные рога, раздвоенные копыта, хвост, длинный красный заостренный язык. Он покрыт шерстью, его лицо омерзительно страшное, на шее он носит колокольчик, чтобы оповещать людей о своем приближении. В руках у него розги, чтобы наказывать непослушных детей, а за плечом у него мешок, в который он запихивает озорников, чтобы потом отнести их в свою пещеру и съесть за рождественским ужином. Еще он носит металлический ящик с болтами и цепи, которыми гремит, распространяя невероятный шум и приводя детей в ужас. Скажите, Бог когда-нибудь так поступает? Кстати, рождественская песенка «Jingle Bells» это гимн колокольчикам Крампуса. Вы знаете эту песню «Jingle bells, pam-pam-pam-param, pam-pam-pam, tram-pam-pam, tram-pam-pam-pam-pam».
и так далее. Знаете эту песню, да? Сейчас вам покажу этого миленького Крампуса. Только так, держите себя в руках, друзья. Видно вам? Милочка такая, да? Такой симпатяжечка. Вот. Вот такой Крампус. То есть смотрите, что получается. Что получается? Получается, вот этот Санта, у него есть помощник. То есть сам Санта, он как Дед Мороз одет. Сейчас я вам его фото покажу. Ну, не фото, вот, не знаю, видно? Вот так. Посередине идет маленький такой Дед Морозик, да, Санта, это Санта. А справа Крампусы. Вот, может, так вот ближе вам лучше будет видно. Такие симпатяжечки. Такие с рогами, хвостами, там, ужас. Ну, с колокольчиками, чтобы люди успели. Вот, это сущность этого всего. Дьявольщина, понимаете? Злые духи. Напугать, испугать, запугать ребенка. Сейчас еще вам покажу. Крампус, черт или дьявол, всегда сопровождает Санту. Они даже не скрывают этого, вы понимаете? Там, где вот особенно страны Европа, Франция, Германия и так далее, они там, если Санта, с ним всегда эти крампусы. Понимаете? Сейчас я покажу еще фото или как сказать этих крампусов. Вот этот крампус, который черт, сам дьявол, всегда сопровождает Санту, являясь его антиподом как бы. И если Санта дарит подарки послушным детям, то непослушные вместо подарков получают розги и кусочки угля от этого злого и страшного крампуса. Вот я сначала эту покажу, вот вам фоточку, а потом вот эту ниже. Могу вот ближе так, чтобы понять. И тут вот, вот так. Ну, я надеюсь, что вы увидели, насколько это все гнусно и ужасно. Теперь, что еще вам нужно знать? Давайте посмотрим на это слово «Санта» в английском варианте. Мы видим анаграмму, то же слово, в котором буквы переставлены местами. То есть «Санта», если переставить там пару букв, получается «Сатан», «Сатан», «Сатана». Вот как хитро дьявол все это сделал. И уже люди, они говорят, при чем тут «Сатана»? Это же «Санта». Да, обманул. На иврите слово «сатана» пишется и произносится как «сатан». Вот вам и все. Санта, сатан. Сатан, ну, ударение правильно, сатан на него говорят. Я не знала, я думала «сатан». У нас раввин говорил «сатан». Окей. А вот еще одну я фотку не... Ну, сейчас я попробую вырезать и вам показать. Кинуть просто в чат. Что там я ее не заметила. А ее у меня в книжке нет. У меня на сайте она есть. Сейчас. 0-0-0-1-1-1-2-2-2. Сейчас я вам покажу эту картиночку. Что они как бы одно и то же. Понимаете? Что это как бы один и тот же персонаж, но он с одной стороны как добрый Дед Мороз, как Санта, а с другой как Крампус. Сейчас вам кину в чат, и вы посмотрите. Сейчас. Вот. Вот. Я сейчас тоже открою, чтобы, может быть, увидят тоже, да. Вот видите, Санта, Сатан. Справа Сатан, то есть Сатана, слева Санта. Вот как дьяволу удалось обмануть людей, понимаете? И все думают, что это добрый персонаж, не понимая, не зная, откуда вообще все это произошло. К великому сожалению, люди обмануты. И еще, имя Крампус означает коготь.
соединив его с анаграммой Санты в английском варианте, мы получаем коготь сатаны. Satan's claw. Коготь сатаны. Вот что на самом деле означает этот праздник, и вот в чем его суть. Подумайте над этим, уважаемые христиане, и принесите достойный плод покаяния. Бог в помощь. Спасибо всем, кто смотрел. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Вы узнали что-то новое, и, возможно, вы примете какие-то решения в своей жизни. Возможно, кто-то захочет покаяться в том, что, не зная, принимал это все, радовался этим вещам. Или просто вы как новую информацию получите. Неважно. Но я благословляю всех, кто смотрел, слушал и еще будет это слушать, эту информацию. Я под видео, если мне удастся его поставить, на видеоресурсы, дам ссылки на свои книги «Очищение 1», «Очищение 2». И вы там много, много интересного прочтете. Благословляю вас, всего доброго. Шалом. Как же остановить? Ага, вот остановить.